Дорогие друзья, в преддверии Дня космонавтики мы запускаем новую серию стримов о том, как мы работаем, как сказал Юрий Алексеевич, поехали. Первое видео хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос, как упакована арфа, и что находится в коробке, и как мы перевозим и так далее. Вот смотрите, перед вами коробка с новой арфой. Сейчас наш сотрудник покажет, как она упакована, и достанет арфу, чтобы вы все убедились, что с арфой в процессе дороги ничего не может случиться. Все. Вот смотрите, у нас вот такая вот, несмотря на то, что упаковка картонная, но она очень, очень, так скажем, надежная. Никаких посторонних предметов в арфу попасть, как вы видите, не может. Вот внизу находится настроечный ключ. Вот, арфа внутри стенок не касается, стоит, можно сказать, между двух больших блоков. Специальная конструкция, вот давайте посмотрим поближе, если получится. Вот, вот, так, вот она вот так вот стоит. Как вы видите, ничего с ней не случится. Соответственно, в таком виде она пересекает расстояние, равное от Америки до России. Соответственно, по России... Плюс дополнительно на эту коробку, такую вот большую достаточно коробку, где-то метр в 2 метра с лишним высотой, еще дополнительно накладывается решетка. Поэтому, если кто-то что-то сомневается, можете сами подумать, насколько это надежно. Общий вес коробки в обрешетке приближается где-то в районе, ну, 80-100 килограмм. То есть с ней... Даже если, как говорится, захочешь, ничего не сделаешь. Вот так вот она упакована внутри. Видите, она, соответственно, все блоки надежные. Дополнительно на арфу крепится чехол, чтобы с ней ничего не случилось в плане царапин. Вот. Также есть на коробке инструкция, которая показывает, как арфа упакована, как ее надо распаковывать. Вот так вот она выглядит непосредственно перед доставкой клиенту. Дальше, соответственно, арфа кладется при грузчике и доставляем на место. Вот. Это было первое видео нашей серии. В дальнейшем видео будут продолжаться в зависимости от вашей реакции. Я надеюсь, что реакция будет хорошая. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все ссылки будут внизу в описании. Следующее видео мы будем рассказывать, как упаковано и как до нас поступает струны Bow Brand, как они упакованы, как они доходят, в каком количестве, как их купить и так далее. Спасибо за внимание.